Здравствуйте, меня зовут Ольга Пушкина, я певица и по второму образованию сейчас арт-терапевт. Я пришла в центр Надежды Лоскутовой несколько лет назад на обучение. Вот. И в процессе, пока я училась, я в какой-то момент решила, что мне нужно такую свою проблему, думаю, может быть, можно ее решить как-то. У меня болела голова периодически, то есть несколько раз в неделю у меня были такие сильные головные боли, что мне приходилось пить таблетки, причем где-то, наверное, получалось где-то две даже таблетки обезболивающего, чтобы она прошла. Вот, и я тут пришла к специалисту центра, и мне на самом деле до этого я была у остеопата с этой проблемой. Мне там правили шею, что-то такое, ну то есть это все не помогало. И невролог мне сказал, что это как головная боль напряжения, и предложили мне транквилизаторы пить, ну такие легкие, вот. И здесь я, собственно, ну я их немножко попила, а потом у меня началась какая-то аллергия, и, собственно говоря, это все прекратило, все это возобновилось. Вот, и здесь я пришла на сеанс к специалисту центра, и буквально за один раз, почему-то она мне работала с попой, продыхивали вот это вот все. И за один раз у меня просто это ушло. То есть в течение нескольких лет у меня голова вообще не болела. Вот. И, честно говоря, я не знаю подробностей, что конкретно делали. Вот. Но вот эта проблема ушла, и прямо это очень классно. Да, вторая проблема, с которой столкнулась, когда я уже прошла 4 ступени, вот, собственно, до еще прихода моего на обучение, у меня был ревматоидный артрит, я его там лечила несколько месяцев, вот, потом вроде все вот стало нормально, и через несколько лет, вот я уже пришла сюда заниматься, закончила 4 ступени, и в какой-то момент у меня, видимо, то ли обострение было, то есть я просыпаюсь утром, и я не могу встать на ногу, у меня вот так по всей... там, от поясницы до пятки какая-то адская боль, вот, и я даже себе вначале какой-то мне препарат тоже прописали, колоть просто обезболивающее, вот, и я тоже пришла сюда вот на сеансы, и где-то на первый сеанс я пришла, просто меня привезли на такси, и я такая с двумя костылями тут еле поднялась по ступенькам, вот, а на второй сеанс я уже пришла сама, на костылях опять же приехала. И вот на третий сеанс я, это где-то была разница, 2 дня где-то я вот, через день, через два вот так вот ходила. И я уже пришла с одним костылем вот этим, я сюда пришла, мне сделали сеанс, и я поехала домой, то есть я ехала на метро, а потом на трамвае. Я вот помню, я выхожу из трамвая и понимаю, что вот эта палка мне не нужна. И я наступаю на ногу, думаю, вау, вот, и все. И как бы я уже потом приходила на 4-й сеанс просто как закрепить. Вот, но уже все, без палки, без всего, просто вот такая история у меня была. Вот, и третья история, это у меня была такая проблема, тоже психосоматическая, по видимости. Я поскольку пою, вот, в процессе того, как я училась в академии, у меня начались проблемы, у меня начало хрипать голос, в какие-то моменты, когда я волновалась, вот, и я просто не могла петь. Я ходила к фониатору специально, мне говорили, что сначала говорили, что вообще непонятно, что это с тобой, потом через какое-то время мне даже пришлось бросить обучение на несколько лет, вот, и когда вернулась, мне ставили какую-то кисту там, вот, но я в какой-то момент я решила, у меня остался 1 год, когда я могла вернуться, вот, я вернулась и решила закончить обучение. Вот, и, собственно говоря, вернуться-то я вернулась, но перед каждым экзаменом у меня опять была вот эта же штука, что я не могу нормально петь, потому что у меня все хрюкает и хрипит. И тут мне вот так удалось, поскольку я здесь училась, вот, мне удалось попасть на сеанс Надежды Леонидовны, это был 1 сеанс, вот, мне продышали вот грудную клетку, и плюс это было некое такое психологическое сопровождение. И у меня была такая вот эта реакция, я, наверное, где-то рыдала полчаса. То есть у меня настолько пошло вот это ослабление и вот это какое-то осознание, почему у меня вот так организм реагирует вообще на вокал.
Вот, и после этого, где-то через, ну, это было постепенненько, то есть буквально где-то, наверное, вот несколько недель вот этот процесс он длился, и потом я поняла, что, опа, я могу петь. Я закончила институт, вот, и прям пою до сих пор. То есть вот эта проблема тоже у меня ушла, за что прям вот большое спасибо Надежде Леонидовне. Прям вот...